школу тренеров для НКО я хожу уже третий год, с 2019 года. Мы проводили у нас и соцпроектирование, и психологию, и фандрайзинг, и групповую динамику. Вот, но конкретно вот на этой школе для себя лично я поняла, как работать с молодежью. Сколько у меня сейчас будет цикл обучения именно с молодежью, то мне было важно понять, как нужно составлять программу так, чтобы студенты, дети и волонтеры не устали, чтобы они не ушли в игру, чтобы они уловили смыслы. Я поняла, как работать с молодежью, как сделать так, чтобы студенты вовлекались в обучающий процесс, чтобы улавливали смыслы, да, какие нужно дать задания, какие нужно дать, где, в какой части тренинга дать игру, где нужно игру более эмоциональную, а где нужно включить студентов, вот, молодежную аудиторию в дискуссию. Очень важно вовремя применять определенные методы. Например, в начале тренинга нужно мягко и медленно входить в обучение, знакомиться. Люди еще не разогрелись. На втором дне или там на шестом часе обучения можно уже проводить такие вот упражнения на взаимодействие, чтобы могли обниматься, чтобы стало теплее в коллективе, там, в классе. А когда людям тепло и комфортно, они гораздо лучше усваивают информацию и применяют и переваривают то, что им дали в процессе обучения.